Еще поздравить поедешь. Отца еще поздравить. С таким сыном вырастил хотел бы. Нелегкий был. Детство нелегкое. Нелегкое. Потом пример детства. Ну, если бы был совсем легкий, наверное, я был бы бойцом таким. Поздравляю тебя еще раз. Хочу пожелать успехов на будущих выступлениях. Ну, разговоров много, понятно, я не видел, как принимали тебя дома. Конечно, это коммерческий спорт, но это все-таки спорт. И я не могу не согласиться с теми, кто считает, что и здесь должны соблюдаться определенные правила. И не только прописанные на бумаге, но и общие спортивные моральные правила. И надеюсь, что и в этом виде спорта все будут этих правил придерживаться. Да, конечно, выступал не за какую-то команду, там был в личном качестве, не за страну же выступал, но в личном качестве выступал. Но все-таки гражданин России нам не безразлично, как к нашим гражданам относятся, где бы они ни находились и чем бы они ни занимались. Поэтому мы внимательно за всем следили, конечно, очень переживали за тебя. Я буду просить твоего папу, чтобы он не строго тебя наказывал, потому что все-таки главную задачу ты решил, ты выиграл. Выиграл достойно и убедительно. Ну и в завершение еще хочу выразить надежду на то, что все-таки идеалы спорта они будут превыше всего, превыше заработков, реклам. Имею в виду прежде всего команду твоих соперников, конечно. И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, к дружбе, мужской, спортивной дружбе. Спорт посвящен и служит именно этим целям. И с твоими соперниками у тебя выстроятся хорошие, добрые, сопернические, но все-таки добрые человеческие отношения. Во всяком случае, никто не может бросить тебе упрек в том, что ты к этому не стремился. Хочу выразить надежду на то, что это будет оценено и твоими соперниками, противниками. И все выстроится в нужном человеческом и спортивном ключе. И, конечно, хочу закончить тем, с чего начал. Хочу пожелать тебе успехов в будущем. Ну, я тоже надеюсь, что они оценят не только мой прыжок, но и выступление. Пока что они говорят только о моем прыжке, хотя неплохо выступил, и в отличие от его выхода и от его неуважения, да, к моей стороне, к родителям, к стране, ну, я себя вел достойно, но некоторые моменты, конечно, я тоже не сконтролировал, потому что и во время боя тоже продолжались провокации. Надеюсь, этот суд, который там сейчас идет, пройдет в нашу пользу. Что могу в этой связи сказать? Ну, мы понимаем, что делают специально, и папа понимает, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе боя. Мы вот внутри страны, я считаю, что мы одна большая семья. Здесь чего не происходило, нужно, конечно, избегать крайности, не допускать никаких прыжков, чего бы ни происходило. Надо добиваться взаимопомощи. Мы большая, очень разнообразная семья. И, конечно, все бывает. В семье все бывает. Но мы никогда не позволяем себе выходить в какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить.
Я желаю тебе успехов. Спасибо.